Приветствую вас! С вами Игорь Целинчук, и сейчас я хочу рассказать вам о том, что может навсегда изменить вашу жизнь. О динамической визуализации системы пяти побед. Представьте свое тело, такое, каким бы вы его хотели видеть. Представьте, вы стройны, вы себя великолепно чувствуете, у вас замечательное самочувствие. У вас отличное настроение, у вас нет никакого лишнего веса, у вас радостно всегда вам, и вы себя замечательно чувствуете. И это замечательное ваше чувство, ощущение вы передаете всем людям вокруг. Представили? Так вот, представив это, вы для того, чтобы похудеть, сделали значительно больше, чем все диеты, которые у вас были в жизни. Вы сделали значительно больше. Потому что если ваше тело не хочет быть стройным, если ваш организм не хочет быть стройным по тем или иным причинам, как вы его можете насильно заставить быть стройным? Это сделать невозможно. Никто не может вас точно так же насильно заставить быть стройным, если ваше тело этого не хочет. Когда вы визуализируете ваши желания, когда вы понимаете, что вы хотите, и то, что вы хотите, вы транслируете вашему телу, мы в итоге получаем замечательные результаты. Ваше тело достигает того, что ему нужно. Ваше тело становится действительно стройным. Поэтому, что мы должны делать с визуализацией? Дело в том, что наш мозг не понимает разницы между тем, что он видит, и тем, что он воображает. Химические процессы в мозгу и реакции в мозгу происходят те же самые, когда он видит что-то и когда он воображает что-то. На этом и основан эффект визуализации. Наш мозг автоматически, без особого нашего воздействия, на уровне подсознания, перестраивает работу нашего тела соответственно тому, что он воображает. Так работает визуализация. Для того, чтобы получить максимальный эффект от визуализации, что мы должны сделать? Первое. У вас есть файл визуализации, динамической визуализации системы пяти побед. Этот файл загрузите на компьютер, на аудиоплеер или в мобильный телефон. Как вам удобно будет слушать. Я, кстати, рекомендую, во всяком случае, в первое время слушать эту визуализацию через наушники. Это позволяет вам лучше погрузиться в процесс. Второе. Следующее. Найдите тихое, спокойное место, где вам никто не будет мешать в течение 10-20 минут. И в этом тихом, спокойном месте, где вам никто не будет мешать, включите ваш компьютер или аудиоплеер или телефон и оденьте наушники и слушайте визуализацию. В визуализацию входит музыка и слова. Для того, чтобы получить максимальный эффект, слушайте слова, и они вас будут вести. Они вас будут вести к вашему новому стройному телу. Они вас поведут по прямой дороге системы пяти побед. И когда вас эти слова ведут по прямой дороге системы пяти побед, с каждой минутой вы перестраиваете свой организм на то, чтобы он стал организмом действительно худого человека, человека без лишнего веса. Так работает визуализация. И когда вы прослушаете визуализацию, а слушать визуализацию надо, закрыв глаза и представлять себе, что происходит. Обязательно закрывайте глаза. Лучше слушать, начинать визуализацию сидя. Лучше слушать сидя, потому что вы можете и заснуть во время визуализации. Она действительно серьезно воздействует на вас. Слушать визуализацию нужно ежедневно. Лучше всего утром. Но если у вас не получается утром, то в другое время. Ежедневно. И с каждым днем
изменения будут в вас входить. Не прекращайте слушать визуализацию, слушайте ее каждый день, и это полностью перестраивает ваш организм на организм действительно худого человека, человека без лишнего веса. И теперь, когда у вас есть эта визуализация, вы готовы к тому, чтобы похудеть легко и навсегда. Желаю вам больших успехов. С вами Игорь Цыренчук. Увидимся.